Всем привет, и вроде разобрался со светом и звуком. Ну вот теперь видосики будут выглядеть так. А тем временем это уже 77-я серия пиратского самозамеса. Две семерочки, два топора, как вам больше нравится. И в этой серии будет розыгрыш от спонсора, о нем, как всегда, дальше. В прошлой серии был простой самозамес из двух аромок, поэтому пробовать его особого смысла нет. Там все осталось так же, это тортик с кислинкой граната. Ну а в этой серии сделаем что-нибудь дельное, популярное, что все любят. Ну, как все, клубника-хейтеры негодуя с этой серии, это так, небольшой инсайт. Итак, в этой серии мы приготовим многим любимый Humble Smash Mouth. Рецепты аромки для него мне прислал магазин goldsmoke.ru. За это им огромная-преогромная благодарность. В общем-то, в рецепте от Goldsmoke нет ничего удивительного. Это очередная вариация моего любимого сочетания аром. Поэтому Goldsmoke еще раз спасибо. Также в конце будут условия розыгрыша вейп, железа и ароматизаторов. Мешаем мы сегодня кремово-клубничную классику для беспрерывного парения. Думаю, вы уже догадываетесь, какие ароматизаторы нам понадобятся. Но соотношение тут будет другим, а вместе с отношением изменится и вкус этого микса. Нам понадобится 5 аромок от ТПА. Конечно же, основным вкусом выступит спелая клубника Strawberry Ripe 5%, 45 капель, 1,5 мл. Именно всего 5%. Ее вкус не должен быть сильно выраженным, он должен быть не выделяющимся. Далее сразу добавляем сладкий крем в такой же пропорции. Sweet Cream 5%, 45 капель, 1,5 мл. Тем, кто шарит, думаю, уже понятно, что выйдет совсем по-другому. Ладно, дальше добавляем выпечку. Cheesecake Graham Crust 3%, 27 капель, 0,9 мл. И добавляем немного ванильности и расширяем кремовый диапазон вкуса. Bavarian Cream 2%, 18 капель, 0,6 мл. И Vanilla Swirl 2%, 18 капель, 0,6 мл. Вот и весь рецепт. База 70/30, наставить такое сочетание аром нужно около 2 недель, но меня это никогда не останавливало. Вроде аромки все те же, они довольно популярны, но немного изменив их концентрацию, можно добиться совершенно другого вкуса. Попробую, что вышло, пробовать буду на девайсике из вчерашнего видео. Это Sigelei 213 с дрипкой Gear. Мне что-то зашло. Прикольно. Тут на первом плане замечаешь крем, именно много крема, а фоном уже идет выпечка с клубнично-ванильным послевкусием. После настояния вкус немного изменится, но даже сейчас уже годно. Вообще подобное сочетание крайне сложно испортить, главное не перегревайте. Не превышайте температуру в 50 градусов, по ощущениям это болевой порог человека от горячего. Если перегреть, вкус может стать мыльным или вообще пропасть, будьте с этим осторожны. Рецепт, как всегда, в калькуляторе на Яндекс.Диске, ссылка на него в описании этого видео. Теперь обещанный розыгрыш железа и аромок от goldsmoke.ru. Будет 5 призовых мест. За первое место Smoke G-Priv Black and Red, плюс 20 ароматизаторов ТПА, плюс малазийский кулер и плюс подсластитель. Кто не в курсах, у Goldsmoke всегда есть малазийский кулер. За второе место Smoke H-Priv Kit Black and Red, мод плюс бак, и 20 ароматизаторов ТПА, малазийский кулер и подсластитель. Третье место iJoy Limitless XL Silver, плюс 20 ароматизаторов ТПА, плюс малазийский кулер и подсластитель. За четвертое место клон iJoy Limitless RDTA серебряного цвета и 20 аромок ТПА, конечно же, малазийский кулер и подсластитель. Ну и пятое место 4 любых жидкости из ассортимента магазина Goldsmoke, плюс 20 ароматизаторов ТПА, малазийский кулер и подсластитель. Так как в конкурсе нет ограничения по возрасту, жидкость вы можете выбрать только нулевку. Что касается ароматизаторов, каждый победитель может выбрать не более 3 одинаковых аромок, ну типа только 3 Strawberry Ripe 20 штук взять нельзя, надо набирать разных. Ну и конечно же условия, они простые. Первое, быть подписчиком группы goldsmoke.ru ВКонтакте. Второе, сделать репост записи с розыгрышем себе на стенку ВКонтакте и не удалять его до момента проведения. Ну и при этом не использовать фейковую страницу. Победителей выберет Goldsmoke на собственном стриме 26 января 2017 года при помощи рандомайзера. Следите за новостями, анонс в группе появится заранее. А под этим видео ты найдешь подробнейшую инструкцию со ссылками, что и куда жать и репостить. В общем-то, там всего 2 условия, думаю, сложно будет запутаться. Все, всем удачи! Если еще не подписался, нажимай кнопку подписаться и колокольчик рядом с ней, чтобы не пропустить новые видосы и новые розыгрыши ништяков. Также, если ты поставишь лайк, то это сильно мотивирует делать новые видео. Ну и по традиции не забывай про Инстаграм с рецептами. Там появляются миксы не только из видосов. Ссылка также в описании. Спасибо, что досмотрел до конца. Приятного и пока.
Итак, мешаем мы сегодня кремово-клубничную классику для